Диалог с населением, ликвидация свалки и проверки промышленных предприятий. Новый министр экологии региона Сергей Лихачев рассказал о приоритетах работы ведомства на своей первой пресс-конференции. Мы составили для вас топ-5 самых важных заявлений Сергея Лихачева. Предлагаем их вашему вниманию. Первая задача, которую губернатор лично мне поставил, это открытость министерства для населения средств массовой информации. Он считает, что недостаточно было население информировано, недостаточно прозрачно велась работа, она велась. Об этом население, к сожалению, мало что знало. Если люди не понимают наших обращений, если они не предпринимают, я говорю о бизнесменах, не делают тех мероприятий, которые необходимы, конечно, тогда вступают в силу и более жесткие меры по отношению к нарушителям. Но опять-таки подчеркиваю, нет задачи всех кошмарить и всех уничтожать. Такой задачи нет. Потому что большинство предприятий, о которых мы говорим, это градообразующие предприятия. Они выполняют очень важную социальную функцию. Они обеспечивают людей работой, а соответственно средствами для существования их семьи. И это очень важно. Чистая вода пойдет в Оргази. Тем самым мы уменьшим загрязнение озера, водохранилища. 25 раз. Первое мероприятие, которое для Шершни очень важно, это Оргазинское водохранилище. Чистота вод Оргазинского водохранилища. Второе мероприятие – строительство коллекторов. Да? 11 километров коллекторов будет построено. Эстетическая очистка реки Миас. Эта задача поставлена на ближайшее время. Мы будем ее реализовывать в обязательном порядке. И дальнейшая проработка проекта о капитальной очистке реки Миас для подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Ну, свалка. Здесь вопросов нет. Свалку надо закрывать. Для этого необходимо подготовить условия к закрытию свалки. Рекоператор определен. Вы в курсе этого. Перед рекоператором стоят очень серьезные задачи. Ну, прежде всего, это ладить транспорт мусора из города на полигон Полетаева. Я сразу хочу подчеркнуть, что этот полигон будет действовать временно. Да, ну, сроки, ну, нам надо, коллеги, сколько нам надо? Около 10 месяцев, да? Буквально на прошлой неделе у меня были представители Магнезита, они тоже сдали документы на подписание договора с правительством области и Роспотребнадзором. ММК уже давно этим занимается, и вообще вложения ММК существенные. По моим данным, 35 миллиардов рублей ММК собирается вложить. За 3 года? Ну да, но они уже и вкладывают. Вот русская медная компания 5,5 миллиардов рублей уже вложили. То есть процесс идет. Я думаю, что мы со временем подтянем все предприятия.